Так, аккордеончик Волкмастер Стелла. Размер 1/2 половиночка. Для детей очень хорошо подойдет. Здесь 5 регистров полноценных. Переключаются все хорошо. 16 белых клавиш с правой стороны. Сейчас будем проверять каждую клавишу на разжимание-сжимание меха на каждом регистре. Поехали. Отвечает вообще великолепно. Центральный — это три голоса открыты. Инструмент трехголосый, так что все голоса открыты. Первый — это унисон, второй — разлив, три голоса и фагот. Так, проверяем сыграл на регистре унисон. Ну, ученический. Вот гамму сыграл, упражнение сыграл. Не очень удобно. Рука изгибается, ремни под ребенком, маленькие ремни, не очень удобно. Так. Попробуем сыграть отрывочек «Под небом Парижа». Thank you.
Я вот сейчас включу три голоса центральные. Посмотрим разницу. Сейчас тонкую регину сыграем. Инструмента. Сейчас проверим компрессию, подниму запалы по корпусу. Так, поднял. Вот такая компрессия под своим весом. Поставил на колено под своим весом, отпускается. Вот такой вот инструмент. По корпусу все отлично. Компрессия в норме, защелочки с двух сторон метра есть. Так. Кнопка спуска воздуха меха с этой стороны работает. Регулировка колесика ремня левого работает. Все, ремни в хорошем состоянии, еще послужат. Здесь они узкие. Если ребенок маленький, можно в любом месте отверстие сделать. Ну и все. Нет проблем. Вот, и к нему есть еще жесткий кофр.